Добрый день, на обзоре ноутбук Lenovo, ноутбук в хорошем состоянии. Сейчас открыл программу, для продемонстрируем характеристики. Начнем с того, что здесь вот... Не-не, рукой просто не так. Степень износа аккумулятора составляет 0%. По характеристикам основным процессор здесь стоит i5 шестого поколения, это 16-17 год. Оперативной памяти здесь установлено 8 гигабайт. Память здесь стоит DDR4. Видеокарта стоит здесь встройка. Также жесткий диск, SSD-шка на 256 гигов. Сейчас покажу здоровье SSD-шки. Она здесь стоит новая, с ней все хорошо. В работе она всего 9 часов. Число включения всего 65 раз, SSD 256. Работает шустро. Подключились к Wi-Fi. Сейчас продемонстрируем работоспособность клавиатуры, всех кнопок. Все кнопки, которые присутствуют здесь, кроме нам клавиатуры, они работают. Дальше сейчас покажу звук. Открыли YouTube. Ноутбук работает шустро, грузит тоже все быстро. Оригинальный блок стоит сейчас на зарядке, аккумулятор здесь нормальный, он держит. Внешнее состояние, подключение, Type-C, HDMI, USB вход, здесь под LAN, под флешку, наушники и еще один USB. Все работает, все исправно. Могу продемонстрировать тест камеры. И заодно записи звука микрофон. Камеру видно. Сейчас запишем звук. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Все работает. Никаких сторонних программ на ноутбуке нет. Ноутбук брошен. Покажу характеристики через свойства еще раз. Стоит i5 6 поколения, 2,4-2,5 Гц, 8 оперативной памяти, встроенная видеокарта, SSD-шка 256 и 4-поточный процессор. Внешнее состояние. Никаких повреждений нету. Закрывается отлично. Петли также все целы. Ничего не выломано. Болты показываю все на месте. Год выпуска получается 2016, как я и сказал, по процессору. И аккумулятор стоит усиленный. В комплекте ноутбук, и еще раз покажу оригинальный блок питания.